Всем привет! Сегодня поделюсь очередной историей. У Анастасии алопеция, и мы выполняли сначала перекрытие нежелательного татуажа, и потом, после того, как цвет стал более таким естественным коричневым, мы сделали волосковую технику. Смотрите, оставляйте свои комментарии, что скажете, как вам ее новые брови. Прям хочется причесать. Нет, я уже уложила, они вот уже расчесывают. Очень классно. Таня, вы синенькие видите, какие красивые? Мне кажется, я их всю жизнь ждала. Это как в этом фильме, да? В каком? Как долго я тебя ждала. Ну, если это прям вот так вот прям останется. Наша задача, чтобы это так вот прям осталось. Мы закончили брови в волосковой аппаратной технике. Смотрите, какие пушистики у меня получились сегодня. Настенька, ну как вам мои ваши брови? Мои ваши. Мои брови. Спасибо огромное. Я в восторге. И мне даже сказать нечего, потому что я не ожидала именно такого. Они вот прям пушистые, колосящиеся. Ну, я много работ ваших посмотрела, но вот таких нет ни у кого. Да. Каждые брови уникальны. Вам очень идут. Супер. Ну и покажем финальный образ, как уже брови смотрятся в законченном варианте. Ну класс. Да, Настя? Ну что, спасибо за просмотр. Будьте здоровы, будьте красивы, будьте естественны. И, конечно же, вместе со всей командой Еселевич Студия, что в Москве и в Новосибирске. Ждем вас. Пока-пока.